А накануне жителей Карачаево-Черкесии с новолетием и Рождеством поздравил архиепископ Пятигорский Черкесский Феофилакт. Дорогие жители и гости нашей любимой Карачаево-Черкесии, братья и сестры, родные, наполненные радостью сердца, я поздравляю всех вас с праздником Рождества Христова и наступившим новолетием. Полагаю, что в эти дни все мы одинаково обращаем к Богу наши сердца с единственной молитвой и просьбой. Господи, благослови и сохрани нас. Эти слова понятны всем. Эти слова понятны матерям, которые молятся о своих детях. Эти слова понятны нашим братьям, которые, исполняя свой воинский долг, искренне молятся о том, чтобы Господь сохранил их жизни. Эти слова понятны каждому из нас, потому что в них вложена самая важная, главная суть и сегодняшнего праздника – пришествие в мир Господа и Спасителя Христа. Рождество, которое мы сегодня торжествуем и празднуем, событие, которое совершилось не только в пространстве времени, относя его к прошлому. Это событие, которое совершается в пространстве настоящего. Потому что от этого события мы питаем силой свою душу – верить. Господь приходит в наш мир. И даже самая маленькая незаметная пещера может стать царскими чертогами. Как жизнь любого из нас. Кажется, что совершенно маленький и незаметный человек в нашем обществе, но если во мне, в совершенно простом человеке, не засияет свет, то тогда этого света не хватит всему миру. Я хочу пожелать, чтобы этот свет начался от каждого из нас. Я хочу пожелать, чтобы эти дни были наполнены этим светом. Благодарности тем, кто рядом с нами. Благодарности Творцу, который подарил нам жизнь. Надежды на Него, который управляет нашей жизнью и в руках которого все мы. Дай Бог, чтобы эти дни были наполнены радостью общения друг с другом. И чтобы в глазах каждого мы видели бы добрую надежду, которая, впрочем, отражалась бы от наших глаз. С праздником, мои родные, поздравляю всех вас. И храни вас, Господь.